Мой любимый футболист Слуцка. Рассказать у вершах те прозы про своего кумира со свету спорта у самой популярной и массовой гульни пропоновали организаторы отмыслового конкурсу. Узростовых обмежеваний няма. Авторы лепших работ не только отрымают подарунки, у тем лику и от самих спортсменов, але их творы будут так само надрукованы на сторонках районной газеты. До слова, это уже другое творчее споборництво в этом сезоне, якое ладится с Луцким футбольным клубом. Крыху ранее проводился конкурс малюнков, тады пришло больше як 60 работ. Ободва конкурсы примеркованы до года молоди и допомогут популяризации айчынного футбола. Дети – это наше будущее, как в принципе глобально, так и в футболе. То есть пока мы не вырастим подрастающее поколение, которое будет стремиться не только ходить на футбол, чтобы болеть за любимый клуб, но и играть потом за него, то без детей нет будущего нигде. В принципе, в футболе это не исключение. Поэтому мы таким образом пробуждаем интерес к спортивному футбольному клубу Слуцку, белорусскому футболу, популяризируем его. Поэтому я считаю, что это очень хорошо и нужно продолжать двигаться в этом направлении. Мы надеемся, что у нас получится реализовать инициативу. Мы планируем пойти в школы к детям на уроки физкультуры, чтобы в качестве учителей с каким-то необычным небольшим мастер-классом для них выступили именно игроки футбольного клуба «Слуцк». Меж тем слуцкие футболисты помеши гульнями и тренировками поспевают удельничать у социальных проектах. Так недавние игроки наведали дом немауля и хоть на короткий час, але подаровали детям теплыню, якой им не хапая. Свою задачу спортсмены бачить и выхование подрастающего поколения. Сегодня у нас, вы знаете, молодежь такая, что есть много, как говорится, тех вещей, которые мешают им развиваться. Те же компьютеры, телефоны и все остальное. Вот. Мою бытность школьникам такого не было. Да. Мы все время проводили на поле, в залах, во дворах, гоняли мяч. Я думаю, что дети сейчас, тем более как слуцкий футбол развивается, и руководство все делает для этого. Вот. И я думаю, что детки будут ходить и получать это удовольствие. И у нас есть молодые тренеры, которые сейчас набирают группы. Вот. Так что я думаю, что дети будут, смотря на нас, делать какие-то выводы и заниматься любимым делом.